что женщине нужно для полного счастья. Приятных сюрпризов как можно почаще. Подруг и друзей, мексиканских страстей, свекровь, чтоб жила за 39 земель, бриллиантов, духов и от мужа внимания, логики женское ему понимание, еще чтоб фигуру не портили торты, что были как раз сексуальные шорты. Так много всего можно перечислять, но мы поспешим женский день отмечать. Ведь главное девочки помнить всегда, пусть вас не страшат ни размер, ни года. Мы все идеальны, один раз живем. Улыбок и радости всем с женским днем!